Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Досточтимые отцы, братья и сестры, сегодня мы с вами торжественно празднуем вход Господень в Иерусалим. События достаточно основательно описаны в Священном Писании, в Евангелии. Поэтому пересказывать его нету смысла, тем паче, что мы еще раз прочитали с вами этот евангельский отрывок. И вчера вечером в Евангелии от Матфея также читали рассказ об этом событии. И вот входит Господь в Иерусалим. Входит, въезжает на молодом осле, как написано у пророка Исаии, как написано у пророка Захарии, чтобы исполнить Писание, что царь твой въедет в Иерусалим не как повелитель на молодом скакуне или на каком-то другом как бы средстве, которым передвигались завоеватели. Осел – это символ трудящегося животного, скажем так. Это наиболее употребимое, что ли, животное для труда там, в восточных областях мира. Если лошадь трудно себе представить, там, запряженную, скакуна какого, запряженного в, скажем, в паху, то это у нас специальные были такие лошади для этого. То вот там, на Востоке, очень много разных работ выполнялось именно на маленьких таких вьючных животных. И грузы перевозили. И они были неприхотливы, не требовали такого ухода. И вот Господь тем самым показывает образ своего смирения, что Он не только человеком стал, но и то, что и весь мир вокруг Него также кротко и смиренно взирает на всякое безобразие человеческое. А так часто случается. И посмотрите, что происходит дальше, после того, как Господь воскрешает Лазаря четверодневного. Мария, сестра Лазаря, покупает благовонные масла и утирает Спасителя в знак благодарности ноги, утирает, намазывает этим маслами благовонными, этим миром, и со слезами утирает ему ноги. А в это время в Иуде Искариоте, одном из апостолов Христовых, в то время еще апостолов, зарождается коварная мысль, зарождается злая мысль предательства. Он говорит сам себе сначала, а потом и вслух, зачем такая трата? Ведь могли бы мы взять это мира, продать его, а деньги нищим раздать. И тем самым как бы вот исполнить закон милосердия. На что Господь его останавливает и говорит, нищих всегда вы имеете со мной, меня не всегда, тем самым указывая, что ему скоро надлежит принять мученическую кончину. А знак благодарности человеческой нельзя брать и отменять, отвергать. Потому что если в сердце человека проснулась благодарность к Господу, то эту благодарность необходимо также принимать. Потому что непринятие благодарности, отвержение благодарности, это есть тоже такая же неблагодарность. Тогда если мы эту благодарность не будем соблюдать, тогда чему же мы вообще будем учить? Когда мы сейчас эти слова читали в Евангелии, мне подумалось о том, что и сейчас у нас происходит часто в мире. Многие люди, многие внешние, многие в прошлом одержимые различными коммунистическими болезнями, потому что по-другому эту идеологию назвать невозможно, это особый вид духовной прелести, духовной болезни, они сейчас заводят целые кампании антицерковные, скажем так. Везде проповедуют и говорят, посмотрите, церковь должна постоянно заботиться о нищих, должна заботиться и проявлять милосердие, все тратить на это. При этом сами не хотят ни на йоту меняться, и оставаясь такими же жуликами, предателями, ворами, о которых Господь говорит. Почему Иуда Искариот говорит эти слова? Вы думаете, в Евангелии что написано? Он знал, потому что он вор. Видите, что Спаситель сказал? Он знал, что он вор, поэтому он и предает Спасителя.
То есть он носил денежные средства вот этого собрания учителей, учеников. И потихонечку, по-тайному, неправедно, без согласования с сообществом, да, других учеников и самого учителя, то есть спасителя, тратил эти деньги. И в результате в его душе она была неспокойна, она была нечиста, она была осквернена. И вот из-за этой скверны к нему туда вошел сатана и действовал внутри него. И даже довел его до того, чтобы он пошел потом первосвященником и предал самого учителя и спасителя. Можно много что пережить в жизни, но предательство очень трудно переживается. Это один из самых тяжких грехов, потому что на кого надеешься, а потом этот человек или это сообщество или как-то предает тебя, это очень-очень трудно пережить любому человеку и сейчас, и тысячу лет назад. Но Спаситель, он понимал, что так надлежит быть, что нет на земле этой праведности. И если так разобраться, вся злоба мира, весь хаос мира от предательства. Возьмите нашу российскую историю. Если бы не предательство человеческое, разве получили бы мы такую смуту в начале 17 века? Если бы не было предательства и бояр, и дворян, если бы не было этого предательства, разве не была бы Русь так безжалостно уничтожена и раздроблена на мелкие княжества, которые было легко покорить и уничтожить? Если бы не было предательства, разве в конечном итоге был бы завоеван Константинополь, когда тоже, можно сказать, из-за глупости человеческой, из-за предательства человеческого враги вошли и разорили этот замечательный город. И куда вы ни возьмите, куда вы ни посмотрите, везде только действует враг рода человечества, внушая нам злобу и ненависть по отношению к нашим собратьям. И мы уже их и собратьями не считаем. И вот эта злоба, вот это предательство, вот это негодяйство, оно разъедает душу человеческую, разъедает как яд. И человек превращается уже не в носителя Божьей милости и благодати, а совершенно негодное существо, готовое все отдать, лишь бы только удовлетворить свои какие-то прихоти, какие-то страсти, какое-то властолюбие. И сейчас прошло 2000 лет, и, конечно, наверное, отчасти народ что-то начал понимать. Но как было в то время, так и сейчас. Осталось еще много зла, осталось еще много ненависти. И эта ненависть, это зло, оно может уйти, оно может быть побеждено только силой нашего милосердия, только взаимным уважением друг к другу и только решением и принятием нашей верности. Потому что когда мы говорим слово «верую», «помоги Господи моему неверию», когда мы надеемся, что мы объединены вокруг Христа, когда мы не сомневаемся в этом, тогда все осуждения внешних, тогда все тлит, зло, тление, хаос людей, осуждающих, скажем, Святейшего Патриарха, оно проходит мимо. Потому что когда мы видим клевету, возведенную на священнослужителей, мы должны посмотреть на этих людей, кто несет эту клевету, и воскликнуть: Господи, а судьи кто? Кто эти судьи? В чем их праведность? Когда-то, как мне недавно рассказывал один из наших владык мордовских, что он приезжает в одно село, и там больше всего кричат там одни женщины. Вот вы там, владыка, нам должны то-то сделать, храм построить. Он говорит: ну хорошо, приезжайте завтра ко мне, туда, в епархию. И вот приезжают эти женщины, он начинает с ними разговаривать и спрашивает: а кто они, что это за женщины? Оказывается, они учителя в прошлом, конечно, атеисты в прошлом, понимаете?
И сейчас они вдруг уверовали, и им кажется, что вот их вот эта неофитская вера, вот этот образ веры, который они вдруг приобрели откуда-то, вот только-только, им кажется, что так и должно быть. И они настойчивы, они поучают епископа, они поучают священников, они готовы все разрушить, только по их точку зрения принять, только по себя поставить, только себя выгородить, никого не слушать. И когда стали разбираться, оказывается, делать-то особо ничего не хотят эти люди. А покричать, помитинговать, так сказать, да, в церкви, это гораздо. Я это вам пример сказал к тому, что прежде чем кого-либо осуждать, надо посмотреть на себя, кто мы есть сами, и сколько у нас своих личных грехов, и сколько у нас есть своего еще недостоинства, недостатков. И молиться об исправлении, может быть, наших тоже ошибок, и священнических, и первосвященнических, и архиерейских, каких угодно. И о властях наших молиться. Потому что если мы будем идти путем этих атеистов-коммунистов, и только пальцем показывать и говорить, у нас плохая власть, плохие управители, плохие, то что мы добьемся-то? Только хаос и смятение в свое собственное сердце внесем. И больше ничего. Потому что важно-то за них молиться и говорить, Господи, направь им, дай им мысль во благо. Дай им вспомнить о своем народе, дай им о своем народе позаботиться достойно. И когда эту молитву мы произносим внутри себя, и мы можем быть и надеяться, можем, на милость Божию и по отношению к этим людям. Но что помните, что каждый народ достоин своего правительства. Потому что мы еще не народ, мы еще во многом хаос и тление, еще во многом ногами стоим в этом большом атеистическом, коммунистическом прошлом. И никак не можем эти путы с себя скинуть. А если мы не можем, то чего же мы хотим-то? Какого преображения? Какого величия России? Какого величия государства? Какого порядка? Какой милости? Чтобы не было безобразия там, в медицине, в полиции и так далее, и так далее. Кто это может сделать? Это такие же люди, как мы с вами, с такими же грехами, со всем тем хаосом в голове, в сердце, в мыслях, как и у нас. Ничего они не могут сделать. И можем только надеяться на одну милость Божью и на то, что если мы, я еще раз подчеркну, соберемся вокруг веры, соберемся вокруг Господа, как ученики верные, оставшиеся, то, может быть, что-то и сможем вместе сотворить. Аминь.